Спасибо вам. Вы нас нагреваете своими аплодисментами. Правда, сейчас так жарко. Посмотри, как Жуков снимет двуручным топором. Работал, работал, и у него не допущены. Вот так. И еще раз хочу напомнить, главное, так сказать, стратегическое начало, это мы с товарищем вдвоем одного всегда забьем. Почти всегда. Иногда это не срабатывает, но чаще всего, конечно же, срабатывает. Примерно вот так. Самые громкие аплодисменты, которые сами по себе.
все было бы прямо интересно, да? Вот я, честно, я не знаю, куда мы оставим. Я бы был привлечен к смотрению. А сколько они так могут стоять на камере? Итак, бой! И сейчас идет бой 4 на 5, потому что у клуба Ордена Святого Георгия нет замены 5-го человека, и он говорит, что не слышал. То есть у Ордена преимущество на данный момент. Маленький выстрел, что вам нравится, выиграли, все, по заказу. Вот, поехали.